Своего молока и мяса в этом году Минсельхоз Республики ожидает больше, чем в прошлом. Это связано с тем, что уборочная кампания по кормам идет лучше, чем планировалось. А значит, в зимний период животные будут хорошо питаться и давать хорошие привесы. Министр сельского хозяйства Республики Иван Вагнер отметил, уборку сена, сенажа и силоса сельчане начали раньше времени. А вот к уборке зерновых приступили в 5 районах Республики. В среднем урожай 21 центнер с гектара. Это хорошие показатели. Однако основная уборочная кампания впереди. Большие надежды возлагаются на северные районы Ширинский, Орджоникидзевский и Таштыбский. Чтобы помочь сельчанам завершить уборочную кампанию, в республику поступят 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 10 миллионов даст республика.